Оказалось, что первыми с убийцей столкнулись врачи скорой помощи, которые прибыли на место происшествия быстрее полиции. Безумный стрелок в тот момент был на улице и сам рассказал врачам, что стрелял именно он из окна своей квартиры. В ходе проверки выяснилось, погибший мужчина просто случайно проходил мимо. И на его месте мог оказаться любой. Злоумышленник сделал не менее 3 выстрелов по прохожим. Сразу же был проведен осмотр места происшествия, в частности квартиры данного гражданина. Значит, установлено было, что выстрелы производились из одной из квартир дома номер 84 по улице Сверлова. При осмотре мы обнаружили охотничье гладкоствольное ружье на кухне квартиры, снаряженное патронами, россыпь патронов охотничьих. Значит, у данного гражданина имелись все документы, разрешающие на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Личность погибшего уже установлена. Это один из работников промышленного предприятия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Известно, что злоумышленник, проживающий в квартире один, в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что буквально перед пальбой по прохожим выпил джин-тоник и 300 граммов водки. Что он говорит, я в интересах следствия комментировать не могу. Единственное, могу сказать, что действия были ничем не мотивированы. То есть это незнакомый ему человек? Абсолютно незнакомый человек. То есть что послужило причиной, мы сейчас в данном случае и выясняем.